Добрий вечір, добрим людям. Мене звати Галина Щерба і це програма «Арт-простір». Інколи доля дарує неймовірні подарунки. І ось такий подарунок сьогодні доля зробила і мені, і вам також. Я буду представляти зараз наших гостей і відразу подавати на них візитки. Не буду тягнути інтригу, бо у нас в гостях неймовірна актриса Лариса Кадочнікова. Лариса Кадочникова – акторка театру і кіно, народна артистка України. Народилася у сім'ї актриси та кінорежисера, закінчила Всеросійський державний інститут кінематографії. Була актрисою театру «Современник», згодом Київського театру російської драми імені Лесі Українки. Відома за картинами «Вечірна Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою» та іншими. За художній фільм «Тіні забутих предків» у складі колективу стала лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка у галузі кінематографії. Член Національної спілки кінематографістів України, лауреат Всеукраїнської премії «Жінка третього тисячоліття» в номінації «Знакова постать». Ось так, а ви залишайтеся з нами, а я представляю і далі наших гостей. У нашій студії також і Станіслав Сукненко, телекритик і режисер. Станіслав Сукненко – режисер, сценарист, кінознавець. Закінчив кінознавчий факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого. Був головним редактором ряду успішних телепроєктів в Україні. Працював на BBC та на радіо у Великій Британії, знімався у кіно, грав у театрі. Режисер і сценарист декількох театральних вистав, а також документальних стрічок, монологи Ніна Матвієнко, фрески часу, Тетяна Яблонська, натхнення самоти та інших. І ще також у нас в гостях молода, талановита людина Олександр Єгоров, який і організував цю зустріч для нас із вами. Олександр Єгоров – голова Всеукраїнського літературно-театрального клубу «Фенікс». Місце народження – місто Миколаїв. Освіта – Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв. Культуролог, актор, режисер, лауреат міжнародних та всеукраїнських театральних фестивалів. Отже, не перемикайтеся і найближчі півгодини ось такі люди будуть у нашій студії. Спочатку я подякую вам за те, що ви знайшли час, завітали до нас і поспілкуєтеся із нашими глядачами. Дякую вам. Дякую. Дякую, що запросили. Я знаю, що в нашому місті ви з дуже важливою метою. У вас відбулася творча зустріч з нашими глядачами. Вона пройшла доволі успішно, і в неї дуже важлива мета. Олександре, мабуть, ви представте. На самом деле вечір пройшов безподобно. Зал був в восторгі від Лариси і Станіслава. Великолепний вечір, прекрасна робота, прекрасний підготовлений матеріал, великолепний фільм «Автопортрет» Ларисы Кадочниковой. На самом деле вечер был, как вы сказали правильно, с благородной задачей. Эта задача была помочь онкобольным детям Николаевской областной больницы. Проект называется «Ты герой» и заключается в том, чтобы воплотить детскую мечту и сделать для них профессиональную фотосессию в виде их любимых супергероев. Первый такой проект прошел в Америке одним из самых популярных американских фотографов, после чего весь мир заинтересовался и был в восторге этим проектом. Сегодня же Николаев хочет повторить и усовершенствовать этот проект. Сначала мы сделаем фотосессию для этих детей. Сейчас уже собраны деньги, костюмы будут арендоваться, и также некоторые костюмы будут шиться. Покупаться будет хромакей. Для нас бесплатно работают профессиональные фотографы и дизайнеры. Также после будут распечатаны фотокартины с уже готовыми работами. Проведена городская фотовыставка. И после чего мы подарим эти фотоработы, уже фотокартины, детям, которые мечтают уже получить их. Пані Ларисо, а як з'явилася ідея об'єднати ваші творчі зустрічі і ось цю акцію благородну? Ну, от благодаря, конечно, Саше. Он просто молодець, он настолько запалив вас. Да, он заинтересовал, и я согласилась. Это длилось очень долго. Я очень занята, очень.
И сейчас выпуск спектакля, и съемки закончила, только сниматься в сериалах. Поездки за рубеж. Поездки за рубеж, да, представление украинского кино. И потом подготовка выставки 21 числа в музее Лесі Українки будет, будут мои работы и коллажи, посвященные Параджанову и теням. Поэтому я ему очень благодарна, потому что это очень благородное дело. При моей занятости, и если хоть какая-то доля будет для того, что дети выздоровят, это уже спасибо Богу. Ви за легка то, що... на підйом людина по життю? Я легка, ну я дуже зайнята, я загружена дуже. Ну, знаходиш час на все? Нахожу час на все. Я ухожу рано утром, прихожу поздно вечером домой. Вам вдалося ще залучити Станіслава до цієї справи? Да. Я не сопротивлялся. Я не сопротивлялся. Это было очень просто, потому что для Ларисы готов на многое, тем более быть партнером на сцене, да. Помочь ей в этом огромном зале, быть не одной на огромной сцене, а поскольку мы работали вместе в спектакле и делали уже такие вечера, и наша мечта, открою тайну, наверное, Лариса давно-давно написала пьесу и мечтает сыграть француженку, романистку Жорж Санд. Это история любви, реально, Жорж Санд и Фредерик Шопен. И мы хотим сделать... Мы хотим сделать, да. Это такой это уникальная фильм, история. Спектакль. Поэтому я выступаю в качестве режиссера. Лариса играет Жорж Санд и эту личность. Я не можу про це не спитати у вас, але хотілося просто вже завершити одну тему і потім перейти до іншої. Про Миколаєвичі трошки. Що ви відчуваєте, от коли ви разом з Ларисою виходите на сцену, бачите людей і розумієте, що ви тут із такою важливою метою, власне, заради дітей? До мене чи до Лариси? Ну, я до вас. Ага, добре. І потім до Лариси. Я хочу сказати, що все не просто складалося з нашим приїздом, але ми фізично не в дуже гарному стані. Наша цель была доползти до сцены, потому что сцена лечит. Когда актер в каком бы состоянии ни был, выходит на сцену, там происходят метаморфозы, если хотите, чудо. Когда мы увидели, что этот огромный зал заполнен людьми, когда ты видишь эту публику, эти глаза, эту реакцию, ощущаешь энергетику, все пропадает. Да, становишься здоровым. Поэтому от Николаева только самые приятные впечатления. Я впервые здесь увидел город очень фотогеничный и даже подумал, что какие-то сцены здесь можно снимать из далекого прошлого и, может быть, даже французской культуры, не только украинской. Ничего. Поэтому все может быть. Я думаю, что миколаївці зараз через вашу розповідь подивляться іншими очима на своє місто, тому що ми дуже критично ставимося до нього і бачимо всі недоліки зсередини. А от коли люди з інших міст приїжджають, пані Лариса, ви бачили весь світ. Перед вами стояли на колінах глядачі і столиці падали вам до ніг. А зараз ви у нашому місті. І я знаю, що ви, як розумна людина, можете побачити найголовніше – характер людини і, може, і характер міста. Що б ви сказали про наше, про миколаївців і про ну, наше місто? От ми їхали в таксі, так ми їздимо в таксі, щоб швидше доїхати, і шофер. И он вдруг так сказал, он стал рассказывать о городе, и вдруг я увидела такого патриота, да, он так хорошо говорил о своем городе, как он любит, как, какие, вот это не очень, но это здесь вот что-то построили. Об истории, об истории, что проезжали. Да. Не один. Каждый раз, когда мы были в машине разном и говорили, ой, это... Водитель знал, что это, когда это построено. Да, кто. Поразительно. И это очень-очень впечатляет. И с такой любовью, да, правда? Да. Потом вот вчера, конечно, когда мы пришли, огромная сцена, огромный зал. Я привыкла все-таки к другим залам. Я не шоу, не эстрадная певица. И я очень боялась, потому что хорошо, что Стас согласился. Я боялась не потому, что надо же... к себе привлечь публику. Один маленький человек на сцене и огромный зал. Понимаете, это очень сложно.
И как-то вот в конце, когда после просмотра картины, кстати, автопортрет, снятая Димой Тамашпольским, замечательным режиссером, она получила уже несколько наград. И я могу сказать, что я ездила и на фестиваль в Россию, на Дальний Восток, и в одном зале было очень много женщин, и после просмотра они плакали. Но я здесь в конце увидела вдруг, когда весь зал встал, стали подниматься, аплодировать, и потом они пришли на сцену, чтобы сняться, чтобы я сделала подписи. Лариса подписывала каждому. Каждому. Долго, на билеты. Я увидела глаза. Да. Вот это достаточно. Ты, так? Это такие восторженные глаза, это так приятно. И сразу лицо города. Ведь именно по людям. Конечно, город, какие-то места очень красивые. Это зима, снега нет, зелени нет. Я представляю летом, как это красиво Дуже здесь. Дуже спекотно. Я люблю тепло, да. Но есть просто какие-то дома очень красивые, ухоженные. Есть менее ухоженные, очень красивые церкви, очень красивые. Вот это при Екатерине построенная церковь, она меня просто поразила. Меня тоже. Да, нас поразило. Я не видел ничего подобного. Да, домики маленькие, так сразу представляешь. Одноэтажные, как люди жили, какие-то семьи. Атмосфера хорошая. Да, вот самое главное, замечательная атмосфера. Есть, конечно, проблемы, как и везде. Понятно, что если бы это было ухожено, если бы это было доведено до уровня европейского, сюда могли бы туристов возить просто вагонами. Справді. Но еще очень много нужно сделать. Отже, потенціал є, але треба попрацювати. Люди добрі, бачите, що про нас інші говорять. Розумні люди. Правда, будемо працювати на благо нашого міста. Да. Просто після таких слів хочеться йти, брати віник, прибирати наш місці. Правильно. Правильно? Ви знаєте, от я їздила в Лос-Анджелес, ти тепер їдеш в Лос-Анджелес знімати. Да, да. А я була неділя. Привіт, будь ласка, Лос-Анджелес. Від вас передам. Хорошо. І там була неділя українського кіно. Успіх був колосальний, інтерес колосальний. Да. І тіні, а зустрічали, значить, салом. Встречали зрителя и капельку водки, горілки. И все даже по второму разу возвращались, покупали билет. Ще українське сало і українська горілочка на весь світ, а ще домашнє венце на весь світ відомо. Да. А от українське кіно. Українське кіно визвало інтерес, ну це старе кіно. Привезли нову картину, по-моєму, одну картину, і то отдельно приїхав внук Ступки з картиною. Как она прошла, я не знаю. Может, и хорошо. Лариса, ну скажу сразу, что украинское кино за рубежом до сих пор представляет классика. Да. «Тени забытых предков», «Белая птица с черной отметиной». И Лариса всегда приглашена, и она представляет украинское кино. Современное воспринимают, не воспринимают, но лицо украинского поэтического кино сегодня в мире – это вот. Это вот. Очень приятно. Говорять, що фільм Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» зробив із вас кінозірку, а ролі в театрі зробили з вас улюбленицю публіки. От що ви більше любите? Татка чи маму, да, як кажуть? Ні, взагалі трудно сказати. Я закінчила вже інститут кінематографії в ГІК. Поэтому, а диплом актриса театра і кіно, якщо ти попадаєш к потрясающему кинорежиссеру, это большое счастье. Понимаете, в кино делает все режиссер. В театре совместно. Конечно, в кино надо внешность, надо данные однозначно. Но можно и не профессионала. Очень хорошо снять. Важен какой режиссер. А в театре это сочетание. Ты выходишь одна, и вместе со зрителем ты создаешь образ от начала до конца. Это сложнее, конечно. И я люблю и театр, это дом, это и также люблю кино. Но сейчас кино, конечно, уже не то. Опять-таки никого я не ругаю, опять-таки деньги уже стали выделяться. Очень важно, какой режиссер. Очень важно. Понимаете, идти надо, открывать новое, уже шаг вперед. «Тени забытых предков» второй раз снять нельзя.
а что-то другое, более гениальное, более талантливое, с молодыми, юными актрисами и актерами. Это будут создавать. Стас, на тебя надежда. Нашла самого молодого. На Сашу. У нас дуже талановита молодь зараз. От таке покоління, їх називають «Жебіглик» чи якісь вони ультрафіолетові. Вони неймовірні, і я думаю, що все ж таки можна на них покластися. Ну от, ми смотримо на Сашу. Він воплощення цього покоління. І дійсно, 17 років вже, от тільки, щоб ви посмотрели, скільки всього у нього за плечами. Молодець. І він, да, він... Ну, конечно же, это все благодаря нашим друзьям, это нашим коллегам, нашим киевским друзьям. Умница. Вот благодаря Нине Александровне Ильиной, заслуженной артистке Украины, мы знакомы с этими прекрасными людьми. Со Станиславом нас познакомил, в общем-то, фестиваль Нины Александровны. Да, маленький мальчик читал стихи, и когда мне сказали через несколько лет, что он уже организатор, я просто был удивлен. Мальчик маленький был и стал таким деятелем. А вот с Ларисой Валентиной нас уже, наверное, полгода хотели познакомить, Нина Александровна, с Ладой Владимировной Литовченко, и полгода пытались нас познакомить, свести, но как-то не получилось. Всегда Лариса Валентиновна всегда в театре была занята, съемки. Ну, конечно, это звезда мирового уровня, и времени очень мало. Но, к большому счастью, сейчас вот 17 января начался был фестиваль один в Киеве, в Киевском международном университете. Он назывался «Сквозь тернии к звездам». И как раз мы наконец-то с Ларисой Валентиновной и познакомились. Именно на этом фестивале встретились впервые. И сегодня мы уже встречаем наших гостей в нашем прекрасном в місті Миколаїв. Режисер зазвичай поза кадром і в театрі, і в кіно. А в кадрі актор віддувається за всіх, як то кажуть. Ми зараз також представимо, поговоримо про акторську працю. Ми поговорили із нашими миколаївцями, із мешканцями нашого міста. І спробуємо дізнатися, що вони думають про цю професію. Давайте подивимося. Як відноситись до театру? Добре. 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 Як ви думаєте, якими якостями повинен володіти справжній актор? Що в нього такого повинно бути, щоб от його можна було назвати насправді актором? Мелодійний голос тут повинен бути. Можливо, ще й щось? От якби ви вийшли на сцену, що б ви хотіли у собі такого добрий побачити? Настрой. Да, я работник театру. Звісно, хорошо. Скажіть, будь ласка, тоді, якими якостями повинен насправді володіти актор? Актер, прежде всего, должен быть иметь хорошую душу. Он должен быть порядочным человеком. Он должен любить свою работу. Потому что актер – это профессия от Бога. Как вы относитесь до театра? Ой, очень позитивно. Как вы считаете, какими властивостями, якостями должен володіти справжній актер? Що в ньому такому повинно бути? Ну, по-перше, людяність. Тому що актори різні ролі грають. І щоб різну роль зіграти, це маті надо потрібно спектр кожних почуттів розвинути. Тому що ролі різні і добрі, і, ну, тобто персонажі і негативні, і позитивні. І все у серці і в душі надо мати. Тобто людина повинна собічно розвинута, щоб зіграти роль ту чи іншу. Як відноситись до нашого театру? Взагалі до театру? Очень хорошо. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній актор? Ну, він должен бути талантливий, цікавий для людей. Як відноситись до театру? Не дуже добре. Не дуже. Більше полюбляю кіно. А до акторської діяльності? Добре. Добре. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній актор? Повинно бути, от, щоб його можна було... Природня якась харизма, мабуть. Ну і талант від природи. Як відноситись до театру? До театру? Позитивно. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній актор? Щирістю. Харизмою. Харизмою. Позитивно? Ну, тобто, так. Якими якостями, на вашу думку, повинен володіти справжній актор? Що в ньому такого повинно бути? Ну, актор-актор різниця, по-перше. По-друге, це глядач повинен оцінювати, який має актор. Ну, яка в нього харизма, які акторські дані. Ну, тобто, як акторська... Повинен володіти. Так, та вже ж. Тому що в нас часто дуже, як кажуть, невід'ємний атрибут кожної, можна сказати, та не то, що актора, а навіть публічної людини.
Чи можна погодитися із миколаївцями у їх відповідях щодо акторської професії? У кожного має бути своя думка. І... Ну, звісно. Ну, и это ясно, что вот а при этом опросе, что они ходят в театр. Ну, вот за исключением одной девушки. А так, в принципе, они не раз бывали в театре. А есть такие, которые никогда не ходили. Это в Киеве такие есть. Меня всегда это поражает. Как это в театр? Меня с детства выводили в театр, это на всю жизнь запомнилось. Большой театр, когда я увидела, как танцует Уланова Галина Сергеевна. И, ну, это всегда остается на всю жизнь. И духовность от этого развивается. Когда вы выходите на сцену, вы хвилюетесь? Всегда. Справді? Да, всегда. И это очень важно. Потому что если не волноваться, это не актер. Я не знаю такого актера, который бы не волновался. Ну, конечно, не до потери сознания, в обморок, и все, и выносят. А, кстати, Сару Бернар выносили. Про Сару Бернар. Ви втілюєте зараз, можна сказати, вже з дня на день, да? Можна буде побачити. Дуже скоро. Ну, не з дня на день, ще цілий місяць, і ще не було прогону в спектаклі. Ну, просто це унікальна жінка, француженка, которая, кроме того, что она была великой актрисой, покорила, причем не обладая особой внешностью. Она говорила, что у меня только глаза, а все остальное я должна была выдумать. У нее младшая сестра красавица была, и она ее взяла в свой театр, но она не состоялась как актриса, а она сама состоялась. У нее был такой девиз: «Во что бы то ни стало достичь». Ну, это не значит по трупам, да? Ну, конечно. Ну, идти к своей мечте. А просто идти к своей мечте, добиваться, труженица. Она была и писательница, и скульптор, и актриса. И когда была война, она свой театр превратила в госпиталь. И все свои деньги отдавала больным, чтобы вылечить их. Солдатам, раненым. Это большое дело. Просто она очень была большой патриоткой. Потрібно очень бути любила. Особистістю, да. Так? Да. В усьому. І в цьому також. Я знаю, що у вас є і мрія, і готуються проекти також. Так? У вас, ви працюєте як режисер зараз, Станіслав. А, про мій проєкт. У Лариси Валентинівни готується великий проєкт. І да. У вас також. Так, ми отримали гроші від Держкіно на великий повнометражний документальний проєкт, який називається «З України до Голлівуду». Він присвячений нашим співвітчизникам, які задіяні в історію створення Голлівуду від початку до сьогоднішнього дня. І тому через два дні ми розпочинаємо зйомки. Я в Києві, а потім в Лос-Анджелесі. Угу. Я бажаю вам успіху. А ще бажаю пані Ларисі здійснення її мрії. Вона у неї величезна і дуже творча. І присвячена коханню. Коханню великих, видатних людей. Да, власне, дякую. Якою є і наша гостя. Дякуємо вам. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про мрію. Вона стосується також великих людей, так? Жорж Санд. Меня эта женщина поразила даже с детства. Я читала ее произведения, и я когда читала, то меня восхищало отношение, как она вообще, образы женские. И вот эта история с Шопеном, который поляк по национальности, и с детства переехал во Францию, и гений, он с детства был гениальным. Да. И он был один из самых популярных музыкантов в Париже. Попасть на его концерт было невозможно. Надо было записываться на несколько месяцев вперед, чтобы попасть на его концерт. Также и в салоны. И вот она познакомилась с ним, с Шопеном. И первое впечатление, скажи, у Шопена какое было от нее? Она вошла одета как мужчина в костюме с сигарой. Он так ожидал увидеть легенду и был страшно разочарован. Она мне не понравилась, сказал он. И я об этом даже написал родителям. Вы иначе были присутні при цьому, так про це розповідаєте. Тому що ми давно-давно працюємо над цією мрією. И потом вот возникли отношения совершенно сумасшедшие. У нее двое детей, и она, чтобы, понимая, что если начнется серьезный роман,
с этим человеком, то она погибнет. Погибнет ее творчество. И она прекрасно это чувствовала, поэтому она взяла своих детей. Девочке тогда было 12, по-моему, лет 13, а мальчик младше, Морис. И уехала на Майорку, остров испанский. И Шопен, понимая, что он ее не увидит, понял, что без этой женщины он жить не может. И помчался за ней. И там начались истории очень сложные. Он писал музыку, сочинял. Они жили в монастыре мужском. И огромный зал был. Стоял огромный рояль. В то время этот рояль привезли из Парижа. Он сказал, мне нужен рояль. И она сделала так, что из Парижа, представляете, в то время... В горы. В горы. На Майорку, представляете, привезли. И он сочинял музыку. Соценил ваши пьесы? Да, все это есть. А климат там был настолько тяжелый. Приехали они в сезон дождя. А он был туберкулезник. И для такого больного это категорически было нельзя. А они, Жорж Сан, с детьми расцветали. Этот климат был, то есть помогал здоровью им. Они расцветали, становились красивые. А Шопен начал умирать. И она поняла, что если он умрет, то вина пойдет на нее. Она его привезла сюда. Життя и смерть, кохання і розлука. Так, як у житті. Така неймовірна історія. Але от ви, як Сара Бернар, як ваша героїня, йдете до своєї мети. Що вам прийшлося подолати для того, щоб просто написати цю історію? Вона ще не втілена, але я вірю, що вона буде втілена. У вас дуже горять очі. Сара Бернар? Ну, це п'єса англійського автора. Ви, як Сара Бернар, йдете для того, щоб втілити свою мрію і поставити на сцені п'єсу, присвячену Шопену і Жорж Санд. Я думаю, що ми, коли от состоїться прем'єра, я надіюсь, Господи, чтобы это было все очень хорошо. И сразу же, может быть, не в этом театре, у нас же в городе очень много театров, в одном из театров киевских, я договорюсь, и я думаю, что мы сыграем. И поставит Стас Сукненко. Шопен, еще вопрос Шопен. Мы будем чекать, Саша, дай мне знать, добре? Обязательно, конечно. Я думаю, то, что мы дружная николаевская команда, я уже Борис Валентин не говорил, то, что с удовольствием приедем на ее спектакль и на ее премьеру. Потом чекаем на гастроли. Да. О, залишається всього одна хвилинка до завершення програми. І я думаю, що наші глядачі чекають вашого доброго слова на добрий вечір. На завершення сьогоднішнього суботнього вечора побажання чи якісь враження від вас для наших глядачів, прошу. Ну, в першу чергу, дійсно доброго вечора, щоб всі улыбались друг другу, щоб було радісно на душі, це дуже важливо. В це тяжеле для країни время все равно треба знаходити радість, особливо з близькими людьми. Не обманывать, не... Вы понимаете, такие иногда бывают моменты очень тяжелые, когда люди тебя обманывают, когда ты доверяешь, и вдруг это доверие уходит. Нет, должен быть свет, здоровье, любовь. Это очень важное чувство – любить, помогать друг другу. И я думаю, что настанет такой момент, когда мы вздохнем, и страна поднимется. С того состояния, в котором она находится сейчас. Я верю, потому что очень много талантливых, хороших людей в этой стране. Я тоже хочу присоединиться к тому, что сказала Лариса, и пожелать всем вам счастья, мира, уверенности в завтрашнем дне, и чтобы искусство и культура в этом играло свою положительную роль. Наше молодое поколение талановите. На вас надея. Я, наверное, пожелаю нашим дорогим николаевцам это в первую очередь здоровье, как сказала Лариса Валентиновна, потому что без здоровья, к сожалению, у нас будет много трудностей к совершению наших целей. Дальше я хотел бы сказать то, что нам действительно нужно работать и еще раз работать над нашим городом, над собой, над нашей областью. Потому что в Николаеве живут одни из самых талантливых людей. Наша молодежь, она... Великолепно. И если мы будем трудиться над собой, поверьте, у нас все еще только впереди. Мы покорим
не тільки гори, але й весь мир. Ну, мабуть, ще до цього далеко, але ми будемо дуже старатися, правда? Так, звісно. І у нас є на це повне право. Я дякую усім вам, шановні глядачі, і прощаюся до наступної суботи. На все добре.